Привет, дорогие друзья! На улице вечер, уже практически 9 часов вечера, и я приехала в центр Алани, чтобы встретиться с Леной, с ее двумя карапузами, потом подъедет Айхан и еще его друг. Ну а что вам рассказать, пока ехала до центра от моего дома? Ну это буквально минут 10, наверное, но это просто нереальный стресс на мопеде, потому что никто не включает сигналы поворотников, и я стою как нормально на повороте и смотрю, куда же народ поедет, думаю, что прямо, а на самом деле они поворачивают. Ну, в общем, полный ужас. Ну, а давайте, пока я встречусь с Леной, расскажу вам, чем же народ занимается в вечерней Алани и что вообще здесь происходит. Кстати, очень много народу на улице. Ну, в общем, центральная улица выглядит вот так. Народ сидит в кафешках, кушает дюрюмы. Скоро в ресторане начнет играть, я думаю, что живая музыка. Посмотрим. Все, кстати, все официанты думают, что я турист. В ресторане скоро будет здесь живая музыка. Все вот так вот красиво. Или уже играет, кстати, все вот так вот красиво подсвечено. Открыты магазины. Народ ходит за покупками. Кстати, погода очень хорошая, прохладненько. Как вы видите, я уже в джинсовой куртке, мне холодно. Экстремальный спорт, кстати, в Турции, это перейти дорогу по пешеходному переходу, чтобы тебя кто-нибудь не подрезал на машине или на автобусе или на мопеде. Сейчас буду переходить еще вот эту вот дорогу. Кафешки, кстати, постепенно заполняются народом. Мамы с детишками гуляют. Ну а сейчас мы будем искать Лену. Пришла она или нет? Не знаю, пока что я ее не вижу. В общем, друзья, я пришла в кафешку, а Лену я не нашла, буду сидеть ждать, поскольку у них нет интернета. Заказала себе вот такой вот айс карамель фраппе, в общем, что-то в этом роде. Никого нет, Айхана нет, Лены нет. А знаете, где сейчас Айхан? Знаете, где сейчас Айхан? Сейчас я вам покажу. Айхан у нас в телевизоре на передаче, которая называется «Басын Трибюн». Сидит и рассказывает про футбол. Вместе с его другом, они заядлые болельщики футбольные. И, в общем, каждую неделю их приглашают на телевидение. А вот смотрите, звонит Елена. Посмотрим. Ну, покружись. Молодец. Танцуй тоже. Нет, я не буду. Ну иди к тете Насте, обними хоть тетю Настю-то. Иди. Иди, обниму тебя. Иди. Иди, обниму тебя. Не хочешь обнимать тетю Настю? Иди. Дай пятюню. Камила. Камила. Камила, дай. Камила, вкусно? Ты любишь семит? Вкусно? Невкусно? Нет. Невкусно? Спроси ее. Камила, вкусно? Нравится тебе? Сколько семит тогда? Алекса, тебе нравится семит? Вкусно? Да? Это твое. Твое, да. Твое, да. Твое. Я не возьму. Камила, не убегай. Стоп, стоп, стоп. Короче, расскажи мне. Бери. Куда вы ходили? Что делали? Сегодня ходили на базар, на рынок. А сегодня какой день? Там вот, там недалеко. Что купили?
помидор, один штук. Помидоры, ну, все фрукты. Здесь же у нас классные. На море ходили? Да, волны какие-то. Волны. Ну, видишь, уже конец сентября. А вода как теплая? Нет, вода вообще классная. Но именно волны, но сказали, что какой-то шторм, потому что я разговаривала с этой Рамоной. Она сказала, что они завтра Пашу будут. Видишь, они, она сказала, что следующий круг, наверное, будет по погоде на корабле. Сегодня мы собирались покататься на поезде, так как я не взяла коляску. Моя вот куча, которая сейчас расстилает по клеточке. Дай мне. Не дала себе. Алекс, аккуратно. И моя дочь очень медленно шла, обнимала все манекены и всех бэйбиков вокруг, и всем туркам кричала «Хай!». Правда, что ли? Мы до поезда не дошли. Но ничего, у вас еще время есть. Поэтому я Алексу сказала, давай я тебе куплю мороженое. Он мне сказал, и сегодня мы не поедем тогда на поезде. Он мне сказал, хорошо, но завтра мы покатаемся 20 раз. Как вам отель, апарт? Очень, кстати, хороший, за эти деньги, что мы заплатили, очень хороший. То есть у меня огромная сейчас гостиная, спальня, туалет и балкон. То есть все, в принципе, в доме. Алекс, весь сказать, мир увидит твою пятую точку. Алекс, и очень приятные, приятные люди. На ресепшн сидит шведка. Да, которая мне каждое утро говорит «Гуморон!» «Гуморон!» Да. «Гурморера!» Все равно вот даже непривычно, да? Лева, знаешь что? Пожалуйста, друзья норвежцы, не обижайтесь, кто понимает по-русски, но у меня такое ощущение, что... Да-да-да, аккуратно, аккуратно, не трогай. Опусти ее. Ой, Камиль, ну что с тобой случилось? Вот дети начали капризничать, будем успокаивать. Мама одна, а вас двое, ребятки. Алекс, помаши в камеру. Помаши камеру, скажи хай. Скажи всем привет. Скажи хай. Привет. Привет. Вот тебе нравится в Турции? Камила, тебе нравится в Турции? Нравится? Вы пришли смотреть птичку, а счастливому ребенку надавали кучу конфет, которые она не может удержать. Давай, посмотрите. Алексу дадим конфеты? Ну, убери. Вот сколько надавали, аж в руки не помещается, все потеряла. Бери. Оп. Не помещается. Двумя ручками бери, второй рукой бери. Подожди. На, падают все. Бери двумя руками. Ага. Так, стой. Вот эту бери. А половина падает. Ну, держи все. Ну, поднимай теперь, упали все твои конфеты. Ну. А теперь двумя руками бери. Птичка нам уже не интересна, мы хотим конфет. Добрый дядя в чендж-офисе дал нам конфет. Давай, бери потихоньку, в две руки, ага. А вот эти бери в другую руку. На. Вот так. О, молодец, Камила, молодец. Все, пошли. Подожди. Не хочет он говорить. Истерер. Алекс, как тебе попугайчик? Красивый? А конфеты? Скажи дяде спасибо. М? Ладно. Готов? Нет? Готов?
да. Да. Все, мы поехали. Пока. Тебе нравится? Привет! Привет! Какой привет, пока! А, пока! Пока-пока! Наша вечерняя прогулка закончилась. Дети спят. Уже 12 ночи. Нам тоже уже пора спать. Ахан тут в 12 ночи сказал, что ему хочется кушать. Ну, посмотрим. Я бы с ним тоже покушала, но да. Уже пора спать. Ну, пора спать. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, с пустой бутылкой. В общем, мы всем всего хорошего. Мы спать. Встретимся в новых видео. Пока-пока. Пока. Пока. А вот так вот мы ездим на электрических мопедах по Алане. Айхан в каске. Молодец. Я в каске. Молодец. Биркер. Нет каски. Очень плохо, Беркер. Где твоя каска? Сори. Сори. Нет, в общем, русский нет. Если вы увидите дядечку Валани на синем мопеде, без каски, это Беркер. Сделайте ему вот так вот. Веншейдип. Алания, да, маме мотор до каски задам у Билли Джексонса, она Билли. Ну а мы поехали, давай, все, пока-пока. Пока.